Всем привет, с вами снова Макс Сович. Сегодня у нас на обзоре небольшая игрушка под названием Gangster War, то есть война гангстера или гангстерская война. Давайте посмотрим, что пишет в Steam. Что Steam пишет про эту игру. После неудачного ограбления Джон попадает в тюрьму, а после выхода на свободу он обнаруживает, что друзья его предали, банда распалась, а бывшие соратники перешли в другие кланы. Джон берет в руки оружие и идет воевать, чтобы отомстить и вернуть себе былое величие. Ему предстоит уничтожить в одиночку всех гангстеров города. За каждого убитого Джон получает деньги, которые можно потратить на оружие и апгрейды. Прямо на поле боя можно купить любой из четырех видов оружия, кинуть гранату в толпу или даже сбросить бомбу. В перерывах между разборками можно увеличить мощность пушек и улучшить стену, защищающую Джона от врагов. Особенности – легкий казуальный геймплей, не требующий обучения. Простое управление мышью, мультяшная графика, 40 уровней. 5 видов оружия, гранаты, бомбы и защитная стена. Улучшение оружия и достижения в Steam. 10 достижений там есть. Вот такое вот описание. Данная игрушка бы, конечно, больше подошла для мобильных устройств всяких, потому что наш персонаж здесь автоматически стреляет. Нам остается только целиться. Еще бы и целился автоматически, тогда вообще мне запустил игру и пускай сама себе играет. Странно, конечно, да. Ну что ж, давайте посмотрим. По настроечкам у нас есть включение-выключение музыки и включение-выключение звуков. Громкость не настраивается, собственно, как и разрешение, все идет автоматически. Итак, значит, есть... 4 вида оружия нам писали, да, но по факту, смотрите, у нас 1, 2, 3, 4. Ну да, как бы пистолет и двойной пистолет, это по сути, ну, что-то общее, да. Здесь можно прокачивать как оружие, так и нашу защитную стену. Ну что ж, давайте сразу приступим, больше здесь смотреть-то не на что. Давайте в игру прям. Первый уровень я немножко здесь погонял, попробовал. Я думаю, уровней 10, наверное, пройдем и... чтобы понять, что к чему. Интересно, мы просто наводим прицел. Ну, как бы надо зажать левую кнопку мыши или правую, да? И так вот перемещать вверх-вниз. Он сам стреляет. Не знаю, зачем так сделано. Я бы, конечно, ставил стрельбу для персонажа. Мне кажется, так было бы поинтереснее. Не знаю, зачем так сделали. Как я сказал, игрушка бы подошла... Опять же таки, смотрите, звуки не все. Некоторые очень громкие, некоторые очень тихие. Вроде бы настроил нормально, а некоторые пробиваются громко. Да, поискал я для андроида эту игру. Как ни странно, ее нет. Я даже удивился, думал, может быть, это просто порт... сделали порт с андроида под винду. Нет, она была изначально чисто под винду. Ну, может, я, конечно, плохо искал, но... по крайней мере, Google вообще не нашел ничего подобного. Ох, ё, надо прокачиваться, кажется. Какие-то злобные дядьки уже начинают наш забор ломать. Забыл, кстати, время зачистить. Давайте прокачаем наши пистолеты. О, звук, кстати, был из Counter-Strike. По крайней мере, в Counter-Strike он тоже там используется. Ну вот, чувствуется уже другое дело, да? Движуха пошла. Давай, стреляй уже, что-то как-то он странно. Все-таки как-то странно, странно он постреливает. Деньги, надеюсь, не... А, деньги еще надо собирать, что ли? Или они все-таки, когда исчезают, тоже засчитываются, типа автоподъем? Сейчас посмотрим. Вот смотрите, эти соберем, а вот это ставим, да? Блин, не вовремя. Если еще и деньги надо подбирать, то это... Ух, нихера себе. А какого хер... А, у нас же кончились, кончается. Да, у нас это оружие идет с ограниченным боезапасом, так скажем, да? То есть как бы временное. И это плюшка. Это плюс, вернее. Ну, как хотите, короче. Ладно, будем собирать их. Их, походу, нужно собирать. А чтобы прокачать стену, что нужно делать тогда? Я что-то не понял.
работает. Слушайте, ребята, вещь. Давайте-ка вернемся в меню. Ага. Значит, у нас изначально здоровье стены 250, можем прокачать до 500. Потом, наверное, 750, потом 1000, что-то типа такого, наверное. Не знаю, посмотрим. Так, урон. Урон, давайте прокачаем пистолет, что ли. Неважно, не знаю, что-нибудь прокачаем, короче, пока есть деньги. Стандарт импестик тоже можно прокачать. И давайте следующий уровень. Так, мы начинаем, значит, опять со стандартного, да, семизарядного. Там сразу брать двойные, какого хрена? Ребят, с них денег даже не выпадает. Где деньги? Алло. Вот, смотрите, да, не с каждого еще выпадают. Автомат, конечно, уже более прикольная тема. Надо еще попробовать дробовик. Ну и все остальное тоже там. Хотя бы показать в течение 10 первых уровней. Я уж не буду целиком ее проходить. Как бы тут особо-то показывать нечего, да, игра плюс-минус вот вся из этого и состоит. Единственное, что у нас меняется, это прокачка оружия, ну и всякое такое там, прокачка стены, все. Суть такая же, давай вот дробовичок возьмем. Интересно. Дробовик останется на следующий уровень? Нет, не остается. То есть, смотри-ка ты чё, надо еще рассчитывать, когда брать. Если мы взяли дробовик под конец уровня, да, там, или еще что-то, то мы его теряем. Это как бы, ну, не знаю, плюс или минус. А, да, у нас еще же есть гранаты и ракеты, да. То есть на клавишу Z и X в левом нижнем углу помечено. Что-то они какие-то термоядерные прям. Да, ребята. Это было что-то. Какое-то такое резкое утяжеление уровня под конец, да, заметили прям? А, ну да, правильно, надо же прокачивать оружие, не только его покупать, но еще и прокачивать, чтобы было веселее играть-то. Ну, в принципе, я думаю, если вот проходите игру, да, ну, час, наверное, в нее можно спокойно поиграть, может быть, даже пройти за час. Сейчас, я думаю, опять они повалят, надо будет... Давайте-ка вот это возьмем. Вот это тема. Вот это уже тема. Ну, вообще хорошо, хорошо. Куча патронов. Но долгая перезарядка, наверное. По сути, как бы, вот смотрите, можно начинать чисто с пистолета, да, пока враги такие, так себе, понемногу, по одному буквально идут, да. Потом переключаемся, соответственно, на двойные пистолеты усиленные. Ну, потом на что-то еще. Ух, ё! Да, кстати, только сейчас заметил то, что в правом нижнем углу показывается
ход волны, так скажем, да? Сколько чуваков осталось? Ну, соответственно, смотрите, уже 9 уровень, да? Я хотел уровня до 10, наверное, пройти, да? Ну, наверное, так и пройдем. А, попробуем еще единственное, что мы... кинуть гранату для прикола. И хотя бы разок... вот это вот херанем. Ну, прикольная штука. Только я все деньги потратил сейчас под конец, наверное, попрут, а у меня отбиваться особо нечем, кроме вот этих двойных пистолетов. Да не, нормально, нормально. Так, ребят, ну что, я, наверное, предлагаю на этом закончить. Я думаю, суть игры понятна. Так-то прикольная игрушка. Полчасика там, часик поиграть. Ее, наверное, даже за это время можно пройти. Мы сейчас вот быстренько, буквально раз, уже 10 уровней прошли. А их там всего 40. Вот. Ну что, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых прохождений новых игр.